Спасибо за пояснение. Вот здесь я нажимаю проект 220, чтобы Чтобы убрать заставку. Я все тебя верно. понял. Так, ребята, последняя игра на сегодня. Еще один, ну скажем так, битэмап не лучшего качества, тем не менее, лицензионная игра. Еще и Капитан Америка в названии. Играть можно, собственно, еще Мстители, как бы тут все, вот все популярны. Супергерой, ух, должно быть на деле. Но сейчас посмотрим, как это играется. Да, сейчас позырим. Давно, кстати, мы с тобой на Genesis Да, ты, решили кстати, прокатить. Робокопа делала компания, если кто не знал. Мы, по-моему, с тобой на Genesis цирк последним прошли. Не помню уже. Мстители! Здравствуйте, Алекс. Давай, тебя по грибка начали. Да, я тоже считаю несправедливо. Ну, даже мнение не высказать свое лучше. Офигенный по красоте. Нифига, Арти, тебе тоже нравится? Капитан Америка носит. Держись. Кстати, каждый, да, я уже устал. Капитан держись. Америка, Стив Роджерс. Вес, рост, там, что-то еще. Суперсолдат проект во время Второй мировой. Тренировался как человек одной армии. Ну, и... Эксперт в бою. У него есть особая способность кидать щиты. Кидать щиты? Кидает щиты. Сейчас нам представление всех героев идет. Фига там двое за два года. Это нормал игра, хорошо антикиллер. Я же говорю, это вкусовщина все на самом деле. Лучше той, согласен. Человек Тони Старк, вес, рост. Работает президент Старк Индустрис, он, короче, типа, разрабатывает новое оружие, его мощь, типа, в остальной в броне. Ну, без брони он лох. Все. Со своей броней он может путешествовать по миру, не покупая билеты на самолет. На ману-то. Да, я бы тоже такую броню взял, чтобы путешествовать по миру. Там враг забурился, кстати. Вижн прикольный, кстати, чувак. У всех аватарки запилили. Настоящее имя! Прочерк прочерк, у него! Прочерк у него настоящее имя! Артефакт, который был создан как знание биологии, инженерии. Его сила – это легкое покрытие, которое он на себе носит в виде халата. Там точно так было написано? Ну, я где-то, конечно, ну, давно... Ну, примерно так, я думаю. Ой, хавка греб сейчас прям. Кстати, аватарка прикольная. Ну, у него, да, нет, Клинт Бартон, потому что он робот же. Хэвк Айс, секьюрити, охрана. Так, он тренировался под началом Капитана Америка, он, типа, настоящий, типа... Стрелок. Стрелок, ну, вообще не с оружием, дальше не дочитал, нифига. The Avengers! Тут даже озвучку запилили. Avengers! Всратую, конечно, но хоть какую-то. В опции. Мне кажется, нормально звучит. Хоть какую-то, говорю же, запустили. Come on! Avengers! 92-й год, ну, кстати. Как сказал, прям молодец. Ему за это деньги заплатили, кстати. Ну, не просто ж так озвучивая. Так, в общем, смотрите, три уровня сложности. Секретной вроде как никакой нет. Easy, normal, hard. Конты 3, 5, 7, но оставим среднее значение. Так, максимум не будем. Мне что тут получается? Не, прыжок на C поставь. Да, так. Управление простейшее, атака две кнопки. Красный череп вообще красавчик тут. Да. На фотке. Я бы себе плакат такой сделал. Ниже, ноунейм какой-то, да. Все, two player старт. Ну я вот за ноунейма какого-то поиграю. У него походка пафосная просто. Я тоже умею хорошо щиты кидать, поэтому я буду капитаном. Команда супергероев решила навестить красного черепа. Он использует разные злые команды. Здравствуйте, можно вам гости навестить? Он использует особый вид машины, которая питает его силы. Теперь он контролирует каждое свое движение, каждое их движение. Идите же, Мстители, попробуйте остановить его злые планы. Да, это вижу. Помогите! Сцена первая, Мстители! Так, я, естественно, капитаном буду. Я тоже умею щиты хорошо кидать. У него походка пафосная, вижу, просто. Я не баннера, не надо злые команды использовать. Оставь это мне! Чего оставить? Вот, походка пафосная, видите? Руки просто сложил, вот так и ходит. Лазером умеет пулять. Жив? Да, все живы. Единственное здесь неочевидное... Господи, пока он вот эту... Хотел ударить, подобрал вот эту вот фигню, кстати. Единственная неочевидная атака здесь, это когда на две кнопки нажимаешь, у меня щит, допустим, летит. У меня лазер. Ну, это у всех так. Лазер, так, этого надо просто как-то... Просто мужик за щитом вышел, даже драться не стал с ним. Истин. Ну это, да. Да ё-моё, да, ну ладно, пока не особо.
получается. С оружием лучше не стой перейти. Да, Мульти, примерно такой перевод. Чувак в лифчике. Что-то смех у него не очень, кстати. Ну, как бы, как заплатили, так и смеется. Не отвлекай нас! Чё это я, почему? Да, почему? Чё? Ох ты, сволочь! Смотри, что творит. Давай, зелёный. Готово. Неплохо так. Да, надамажили нормально тут. Вот, это видишь, первый мини-босс. Мусор всякий под ногами валяется. Ты чё, уборщик, что ли? Чё тебе эти камни дались? Ну а чё они мешаются под ногами? Лучше сзади расстрелять их спокойно. Отлично. Аркаш, извини, если обидели, что реквест сегодня не сыграли. Но Silk War много сил отнял, правда. Колеса с какой-то где-то с пятой попытки. Silk War очень злая игра все-таки. И на двоих, и на одного она очень злая. Я прям щитом... Тебя щит в спину влетает обратно. Доберемся, посмотрим, что покажет. Лишнижен чисто мэн. Опять этот стих. Чел вышел, поржал, ушел. Взрыватели? Нет, это обнимашечники. Почему в меня? Я могу вообще. Нифига он прыгнул как криво. Все, всех раскидал тут. Только рад буду, если вы отдохнете. Спасибо. Чувак, лифчики. Ты не можешь убежать! Нет, это ты не можешь. Вы будете те, кто убежите сейчас. Тут он на вы к врагу обращается. Да. Не был Тони Старка, чтобы остановить машину, умер. А! Оп! Второй снаряд остался. Пустите от него вот так. Ты на, что в меня там кидаешься? Ну и походняк у тебя, конечно. Может возьмете на БТ к Бену? Ой, блин, Аркаш, у нас столько планов. Вот подписка, еще там сколько-то, 6, по-моему, подписчиков. МК ему раз кого-то будет. Аркаш, у нас на 16 бит очень много. Привет, Талунчик. Талюнчик, привет. Да, вот. Помню тебя на Ютубе, спасибо, что нашел Twitch. Спасибо, Талюнчик, с прибытием на мой канал. Играем разное ретро. Иногда... Цена 2, Таргическая башня. Башня, молодец. Цель. Быстро умею. Башня, цель. Все. Город. Город, цель. Даже. Ничего страшного. Привет, Алюнчик, привет. Спасибо за фоллоу. Оп, оп, здравствуйте. Ты еще на одного человека приблизил Макаймура. Блин, как кидал этим. Да, вышли. Ой. Отлично. Покрышки какие-то. Да, может покрышку взять на руки. Спокойненько. Последняя игра, ребят, на сегодня. Извините, кто недавно подошел. Ну, Silk Worm реально вымотал. Скажу честно, давненько такого напряга не было. Спасибо, Вондермен. А вот так не принес бы мне агрегат, и все, все, ты дальше один ЕГЭ, ВП. Да, и все, и минус КО. Может, возьму на простыне самому лететь дальше. Может, если бы я только тебе на спину сел. Ну да. Ты, кстати, как этот. Арабская ночь. Под ковром тут. Волшебный восток. Здесь вижу. Да. Здесь вижен и кэп, важность и честь. Череп и песок. ХП мне оставь. Да. Ты все ХП опять пожрал. Короче, Талюнчик, играем разное. Молчим редко, обычно болтаем постоянно. Ввиду два основных проекта. У тебя там 800 читов, как будто так кидаешь. Ну, это опять же к разрабам вопрос. Череп, здорово. Череп, здравствуйте, черепец. Здорово, череп. Надеюсь, не красный череп. Смеется. Кстати, еще оса где-то была. Привет, привет, череп. Ребята, спасибо каждому, как обычно, кто нашел время, кто... Кому интересно ретро, кому, может, просто охота посмотреть какие-то игры для себя открыть. Проходим разное, редко себя ограничиваем в чем-то. По консолям у меня почти нет ограничений. Да и в кооперативах мы тоже и на PC Engine проходили. И на Master System даже кооператив был. Забираю сумму. Да, WASP. W это WISP или WASP, короче, оса. Тема ретро нам интересна. Изучаем библиотеки разных консолей. Пробуем проходить на максимальной сложности. Пока 76 игр в проекте. Впереди еще больше половины.
Вообще в кооперативе, честно скажу, поинтереснее играть. Ну, большинство сложнее. Ну, большинство игр сложнее в коопе именно играются. Спасибо, Тарюч, спасибо. У меня уже... Серж, привет! У меня уже 4 кадра, черепец. Здравствуйте, Серж. Здорово, игра. Серж. Помни, меня пытали ей в детстве. У меня в детстве только Капитан Америка на Дэнди был. У меня никакого не было, у меня не пытали. Ну, у меня других много было хреновых игр. Забирай. Забирай, хоп, такой сам. Типа всяких кит-кулов, я не знаю, там. Отлично. Это тебе вот. Это я возьму. Спасибо. Осе надоело летать, просто свалил откуда-то. Еще бы PS1 будет, Серж, будет обязательно. Я всегда оправдываюсь одной фразой, Серж. Я извиняюсь перед зрителями тем, что мы же не можем сразу на всех консолях игры взять. Потихоньку продвигаемся, потихоньку развиваемся. На Дэнди больше нравится. Я играл, Серж, но не проходил. Часто ли вообще Питон резко превращается в шмап? Ну, БТДД еще было там. Такое. Да, только один уровень. Он ну, такой... Все равно. Он, кстати, один из самых сложных. Пираты темной воды на SNES там в шмап превращаются. Да. Фистинг. Теперь тебе и фистинг. Как его зовут вот этого? Страж, это Страж. Он охотится за мутантами. Просто весь город разбомбили. Где... Те три человека, которые убегали в начале игры, это последние выжившие были. Ну, видел, задом наперед летели, что? Да. А, еще драться сейчас. Обнимашки. Не надо меня обнимать. Блин, обнял все равно. Он бежал меня обнимать, ты его просто схватил. Ноксел, здорово. Ну, по-моему, здорово. Его просто Страж звали где-то. Кто в теме франшизы Капитана Америки, можете Господи, просвещать. Я не нажимаю, думаю, ничего не получается. Будет интересно почитать. Я понимаю, там игры подлиннее, не всегда, кстати, Серж, но, ну, правда, редко. Во-первых, у меня стримы не часто проходят. Попробую в отпуске исправиться, но не обещаю, ребят, правда. Попробуем в отпуске почаще в эфиры выходить, а там как по-английски, получится. Ну, я понял, да. Ну, просто его страшил. Отходи, отходи. Вот, отошел. Красава, моб, вообще. Отошел. О, как я его сбил! Оп, нифига, через весь этот экран был. Психанул прям, да. Блин, я уже своих уже начинаю убивать. Я бочкой в него. Я щитом по нему, держи, чтобы не расслаблялся. Так, я чистомен, я за чистоту в городе. Че ты убираться начинаешь? Офис. Что будет, когда пройдет 10 раз? Да ничего не будет. Просто пройдем, будем радоваться жизни, что смогли это сделать. Будем дальше продолжать играть. Что такое произойдет? Серж, пока. Пока есть поддержка, пока есть ребята, которым это все интересно. Основная цель 220 игр, но... Внимашки. А, я не успел щит кинуть. Блин, я тебя... Да, короче... Я тебя... Не, попытался освободить, я у меня начал обнимать. Черепецу в кооперативе игры гораздо... Взрыватели, кстати. В кооперативе у игр другой опыт. Как? Как-то задел. Я чистомой. Я вообще за тебя ушел. За чистоту в этом городе. Да, когда их выходит по 4, это неприятно, конечно. Мешанина начинается. Да блин, нифига он там, конечно. Да, выплясывает. Я меня... за чистоту, чистота. У меня, Серж, одно оправдание. Мы не можем сразу за все игры взяться. Эх, бочки не успел раскидать. Ну ладно, почему 240? Ну, 220, почему нормально? Кстати, я не Байнера бы, хороший вопрос. Я уже, если честно, не помню, почему решил. А почему 240 канон должен быть? Нормально, он дерево сгрел. Я просто не понимаю, в чем канон? Иди сюда. Чего у меня агрессия? Вот. Пошел, вот в жопу мне засунул. Больно, наверное. Держись. Игра напоминает Punisher. Ну, как бы, что то люди с спецвозможностями какими-то. Да, но мне каратель... Суперсилы у всех там. Я скажу честно, Серж, мне каратель гораздо больше нравится. Потому что там есть каноничный Ник Фьюри, белый. Капком выиграл у меня судебное дело. Да. Если кто помнит тот стрим, конечно. Лютая игра, привет, Струман. Почему так думаешь? Пробовал без смертей проходить? Так, я за чистоту. Да, черепец, там Фьюри белый. Там Фьюри белый, да. Грим Рипер осознал свою беспомощность. И Красный Череп стал очень злым командованием для всех Мстителей, чтобы убить их. Интересно, что задумал Красный Череп следующим. С
Сцена третья. Вызов из глубин Боря. Ну как-то. Вызов из глубин Бори. Бори, да. Черный Фьюри, так, кстати, тоже каноничный. Ну, вот я тоже не знаю там. Я не особо там знаю, где канон правильно. Ну, говорили просто, что белый типа каноничный. Коопы еще в том плане сложны, что надо, чтобы два человека было готово по времени. А есть игры, в которых коопы придерживают за чистоту, лучше. Понимаете? Да, вон камень еще лежит. Я вижу, я за чистоту. Чистота. Кстати, я считаю минусом игры то, что в новых уровнях... Как он себя отлетел, конечно, классно. Как он спрыгнул сейчас? Они что-то к тебе. Подожди. Я хотел к лазеру. Пожалуйста. А так не проканывает. Да? Какие умные боты здесь? Надо было тебе не слазить. Могу залезть. Господи. Залазь. Все, залез. Пошли с ботами вперед. Мне еще ножками дергают, смотри. Ты одну руку его держишь. Давай друг за другом походим. Так. Прогулки с ботами. Оп-оп-оп, ну ладно, все, хватит. Боты такие, зачем мы вообще вышли против этих дураков драться? Ничего, и взорвался. Кинул посередине, вообще где-то умер, непонятно. Все, уничтожить. Технику разорвали. Так, давай я попробую. Давай, пробуй. Так, человек фрисби. Что за злые вещи вы тут творите? Проклятые супергерои, я остановлю вас ради всего святого. Как он попал сейчас? Я тоже попал. Классно у него получилось, конечно. Да. Человек фрисби затроллил. По 15 снимает. Это из-за харда, наверное. Почему осталось? Вот, все. Красиво убил. Воткнул у него лазер. Оп, росомаха вылез такой. Я, говорит, подводник сегодня. Да, спасибо, подводник. Здорово, Илюха. Привет, Илюха. Спасибо, вообще нифига не сделал, просто спасибо, говорит. Амкол, зацени очередную секцию. Вон, у тебя этот в аквариуме, мне вообще путь. Ну, я вижу робот. Черный был. Америка Сеговский, моя любимая игра, ничего себе. Неожиданная игра. Вообще, я даже не знаю, что сказать. Наверное, в детстве много играл. Знает, как No Death проходить. Струман, так чё, есть у тебя какой-то опыт с этой игрой? Струман такой с кухни сейчас бросает обед свой. Да что такое? Чего они все просят? Нафиг я вообще написал? Я говорю, вот реально подводник на Росомаху был похож. Да. Вообще не похож на Немора был. Вот, 5 водолазов. 5 kill такой. Недавно Master System глядел, оказывается, там немало хороших игр. Думал, хрень. Да там, в принципе, везде можно хороших игр насобирать. По Master System у нас Кеймыч Master System. Ой, чё, это заставочка. Думал, игра файтинг. Смешанные жанры, Максон. Зацените босса, кстати, какой красавец. Вот это та техника, про которую говорили в заставке. Я сделаю из вас морскую еду, говорит нам босс. Да, ну, в принципе, он простенький. Как схватил? Я вообще в углу экрана был. Нифига щупается за гребущий. Знаю, он проходил много раз. Понятно. Ну, я люблю тоже всякую супергеройскую тематику, конечно. Но у меня не было в детстве ничего такого. Вообще, про супергероев много игр выходило. Но большинство на одного все-таки. Кстати, в этой игре не заработать жизни ни за очки, ни за предметы. Только если приносит, там либо из врагов иногда вываливается на шмапе. Да, ну только хп можно пополнить. Игра очень жадная. Я чисто мэн. Забирай гантели. Гантелю в стену кинул, она исчезла. Оп, вот так вот. Думаю, если чуть-чуть потреню, смогу черепах сеговских No Death. На харде, Илюха, кстати, не так легко. Почему ты колупались до меня все там? Сеговские черепахи, конечно, классный битэмап. Но на харде тяжело без смертей будет пройти. Обнимашки. Да. Сзади он фистингом занимается. Я там как балерина с ножкой выпрыгнул. Да что все в меня-то летит этот фистинг? Еще один вышел.
Чё за мешанина вообще? Есть. Власть разлом дал. Люблю Спайдер против Кингпина, хотя игра прям... Ну... Может, доберусь с ней? Бэтмены хорошие на NES. О, Шреддер. Да. Ты ловить мою давай. Силу! Покажи ему свою силу, ладно. Я пробовал. А меня еще даже не... Он ко мне телепортнулся! Чё? Который? А чё происходит? Где я поднялся. Я вот так ключ тыришь. Давай в спину, как Сплинтер завещал. Я вот смотрю и не понимаю, что разрабы курили. Человек-простыня убегает от пиратского Шреддера. В это время Капитан Америка кидает в него щит. Причем щит обратно возвращается. Да. Я тренируюсь кидать щитом по Шреддеру. Опа! В спину. Бэтмены, да, почти везде нормально. Единственный монгол в комиксах, это кто? Блин, а я, кстати, про Double Dragon не успел ответить. Ребята писали, что на NES классные. На Game Boy Advance. На Game Boy Advance цените, ребятки, Double Dragon. Да. Мстители нашли логово Красного Черепа и разоблачили его планы. Но смогут ли они убить его? Настало время увидеть руку гигантской пушки. Планы были схвачены, и так как разрушение началось не только в Америке, пришлось ускоряться. Цена 4, гиганты, лазерная пушка. Я уже не могу, мне что-то после силкорма плохо да, стало. Да, там что-то уже все. Все переводы пошли, как обычно. Бэтменов я немножко так попроходил, Серж. Есть у меня примерно 5-6 Бэтменов в проекте сольном. А с Варо мы проходили приключения Бэтмена и Робина на Genesis. Ну, а других, в принципе, ну, двоих что-то я не видел особо. Крашер, привет. Может, доберусь, Сейнт, может, доберусь до Спайдер против Кингпина. Мне, кстати, Halo 7 на Sega CD зареквестил версию. Внимашки. Так, успеку, он не разбежался. За чистоту. Успеку, конечно, причем в лоб дал, мы вообще пухли. Да вообще какой-то невменяемый. Да хватит уже разбрасываться. Чистомен же сказал. Взрыватель. Взрыватель. Еще взрыватель. Сзади. Ну, Фистин. Да ж сколько можно? Там... Берегись. Уходи, Фистин. Есть, взорвал обоих. Показывай чистоту. Бэтмен навсегда есть на двоих. Да, Виталий. И для нас это будет тоже очень сложный кооп, скорее всего. Я не играл никогда. Я играл в Batman Forever на SNES. Там на двоих нету. Да что происходит? Я из-за вот этой дрына, из вот этого не вижу. Зачем посмотришь на чужие дрыны? Он сам лезет в экран. Ну тут, блин, я взял нарк, хотя не хотел брать. Колобок. Да, там мультиуровни дополнительные, прикольно. Я попробую. Подчинись мне или умрешь. Я уже не попробую. Привет, Ромик. Ромик, здорово. Чё на меня-то подключился? О-о-о! Давай ты. Опа, в лоб выплати. У них, кстати, неуязвимость временная. Да, они у всех есть, даже у любых могут. Спасибо, Ромик, это уже четвертая игра на сегодня. О, успел он. Да, всё-таки щитом дать. Пороже дал. Опять взрывают. Вождь у Халка. Пиратский джиггернаут. Ну, Бэтмен и Флэш, Серж, ты же знаешь, да, что пиратская игрулина. Ничего не вижу. Шо, просто... Да, они хитрые. Господи, все сводил в этой игре. Нормально ты его так остановил! Они как балероны с ножкой выпрыгивают. Да что такое? Щитом прикрывался? Хитбокс, конечно, вообще кривейший. Да. Пошел за экран. И, естественно, он не улетел за экран. Да что? Неужели это из-за харда так? Что-то вообще какие-то умные вражины. Без шансов просто, мне кажется. Вылетели просто четвертый. Нифига, трясет, все классно. Что ты? У меня рожа, посмотрите, я не хочу больше в это играть. Вижу сверху, посмотрите. А ты тоже играл Saint на Sega CD версию?
Я на Сегу CD только одну игру прошел. Я с ящиком даже пришел. Где лазер? Спроси полицию. Спроси вот этот ящик. Гэвушер. О! Ну-ка. Он потом в центр вылетит, не расслабляйся. Альтрон, да. Подожди. Че? Таймера нет в игре. Смотри, как он хочет ко мне, да, как ему тяжело подойти. Ну ко вот, мне. Посмотрел. Нормально. Мне там даже не видно было. Он психанул что-то. Че офигел, че с чуваком? Че с чуваком? Прошу, прострели ему грудь. Да, очень качественный битэмап тоже. Задергало сразу. Умер из-за того, что не смог от стенки отойти. Он умер только из-за этого. А, ты сидишь, но на ютубе смотрел. Лазерная пушка была полностью сделана. Навсегда, да, на харде непростой. Остается лишь небольшой промежуток времени, когда пушка выстрелит лазером. Быстрее же, мстители. Пора уже разобраться с черепом. Конец красного черепа, сцена 5. Интересно, какой же конец у красного черепа? Сейчас узнаем. Да. А может и... О, опять шмап. Шмапчик рассказывали? В середине, наверное. Не, здесь так же, тут же этот вертолетик будет. Красный, ну, скорее всего, да, логично. Red School, да, мультик, красный череп. Кстати, здесь КПшку можно в максимум превышать, если аккуратно драться, не тратить сильно. Зачетный портретик был у черепа. Да мне кажется, ему там плохо было. Он правда какой-то странный. Ну, череп, наверное, белый. Вот уже два мнения разных. Вот видишь, самолетик. Да, вот это очень напоминает Battletoads и Double Dragon. Что, Илюх обиделся, что ли, что мы стали угорать, что это его любимая игра на Сегу? Добре. И пошел на аккордеоне. Просто пошел плясать. Пошел проходить, скорее всего, любимую игру. Люблю до зрителей докапываться. Да, до всех просто уже докапываться. Че ему надо вообще? Каждого что-то о чем-то спрашивает. Да. Просто написал привет. Кстати, вот еще блок вот такой есть, шмакуровый. Я вот могу вот так все, просто не спрятаться. А Капитан Америка защиту прячется. Да, Капитан Америка в домике. Все, меня не видно. Оп. Вот, все, не достанете, меня не видно. Оп, я в простыне спрятался вот это. Опять оса подлетает. Зачем она туда? Она особо не помогает. Может там. Ну, кстати, непонятно, да, дамажит она, не дамажит. Может, на нормале там или на изи помогает как-то нормально. Может быть. Тут не особо, конечно. Что-то разваливаем, какие-то космонавты вылетают. Да, да. Ты лично с этим сталкивался, есть такой момент. Вообще прям сразу доколупываться, да? Нет, сегодня Витя переподписался, все, я ничего как бы против меня. Все нормально. Свалил, поблагодарил. Шел ты на кукурузник. Чуаники походят, знаете, так же крутятся, ребят. Может, они оттуда и есть. Все ХП в доме пожрал, ну что это такое, пока я про чуаники говорил. В эту сторону. Да. Оса улетает, и мне больше не нужна. Не хочет. Не хочет улетать, нет. Улети отсюда, оса, заколебал. Уйди от меня. Спасибо. Луна. Прикольно, кстати, нарисовано. Да, луна красивая. Вот я и говорю, это оттуда, с этого мема я и говорю. Все мясо в доме пожрал, как говорится. Здесь есть гигантская лазерная пушка. Вот она, уничтожьте ее сейчас же. Только здесь все ХП в доме пожрал. Batman Forever будет очень сложный кооп, ребятки, очень сложный. Я что-то видел, Полхард с Фрозой проходил. Я передом лечу, но у меня башка задрата как-то там. Как-то. Ну смотри, здесь я передом лечу, а здесь получается непонятно. Да. Я вот не знаю, они добились, нет успехов каких-то. О, дабл хит. Я увидел. Чисто мы. Кидай ключи в лазерную пушку, он же поможет. Всё. Просто целая здоровая пушка взорвалась и пофиг. Да, они даже не отлетели. Ничего ты там лазерный. Я могу и сюда, и вот так могу, вот так могу. Короткая игра. И отлететь могу. Наверное, к лучшему, слышишь. Ну, не то, что прям совсем короткая, средненькая, наверное. Примерно минут. Оп, успел избавиться от него.
Хорошо. Минут за 40, за 50 проходится. И в меня все равно летит. Рядом этот стоит. Что это? Что это? Почему все кулаки в меня летят? Да, вот. Ради это, конечно, стоило рисовать вот это вот. Ради вот этой одной сценки, конечно. Да. Короче, Batman Forever сложная игра будет. Так. Она на двух консолях была. Блин. Вы трапы. Crossbound, по-моему, кто он там? Не помню уже. Ну, это ноунеймы какие-то, конечно, как и я. Как он меня схватил? Кто же такой? А, ну конечно! Враги подошли, я хотел пнуть, и как раз циркулярка вылезла. Нормально. Блин, а как по этому не попал? Так этот... У тебя сзади. Неприятные ребята. О, подбежал, захватил циркулярку, меня запекал. Минус один. Опа, лазер залетел в него. И стена просто сама исчезла. Напомню, будешь проходить госгоблинов. Ну, Илюх, если... О. Как только количество фолловеров на Твиче достигнет больше 500, ну, скажем так, с маленьким запасом, я берусь за Макаймуру. Вот это шикарно. Так что да, проходить буду, скорее всего. Не знаю, как текущее положение дел на Твиче, но вроде как до 500 совсем маленько осталось. Так что Макаймура очень близко уже. Талюнчику спасибо, сегодня зафоловился. Если никто не отписывался, значит еще плюс один. Ну, около 6 где-то осталось до 500. Вот Crossbound, по-моему, его зовут. Вы не сможете пройти дальше. Да гад, он четко подгадал, надо было мне не сразу прыгать. Ты. Да зеленый не домашка, конечно, взрываются, взрывы могут за домашку. Так он еще вишка будет. Ой, как. Да что, я даже не вижу, че, как она там взорвалась? По-моему, из этих. Не попадаешь, наверное. Где Капитан Америка, все вот эти вот чуваки. Воители. Нет, не воители, как он там. Напарник его. Трудный. Злой стал. Давай, давай, я отвлекаю. Я стреляю. Точно ну, никогда не отпишусь, спасибо. Ну, тоже, кстати, портрет меняется, когда я по башке даешь маленькую. Да, еще. Опа, шло. Так, ну это еще не конец. Трун-трун-трун-трун. Это стреляли. Да, ну, вот наконец-то, вот просто он. Баунс. Ты помнишь, что как-то так зовут, да? Остановись, красный череп, пока, мстители. Неважно, куда ты убежишь, мы обязательно последуем за тобой и будем где-то все время возле тебя. Оп! Сразу такие сюда залезли. Чего залезли? Я за чистоту, как обычно. Давай, я тебе маленько помогу убраться здесь. Прикинь, гаечным ключом в лоб получил, даже не почувствовал ничего, чувак. Это же роботы какие-то. Ну я же тоже робот, я же все чувствую. Я даже как чисто мы. Ну что, я в неуязвимости был. Да, что-то жесть какая-то. Когда 4 врага выходит, кошмар просто. Спасибо, Моти, спасибо. Мой старый верный друг. Старый добрый фолловер. Так, ну последний получается, красный череп. Вы можете убежать. Я попрыгаю с ним. Давай. Еще не конец. О! Хочется. О! Здравствуйте. Так, наконец-то красный череп, собственно, персон. Оу. Да его, в принципе, можно. Можно. Ну, сейчас тут будет. Я тоже. Что это? Башкой мотаем, аж ничего не понимаю. Это очередной трэп. Очередной трап, да. Вы тупые, ха-ха-ха. Мы научим тебя справедливости. Оп. Хороший лазер. Так, ну теперь держись. Нет. Чего? Да я не вижу ничего. Да, вот
так вот все. Готов. Ну, вроде, в принципе. Давай. Еще один немножко стрёмненький битэмап. Ну, пойдет. Какой есть, такой есть. Смотрел запись стрима. Всем спасибо за похвалы. Буду трудиться. Как накоплю монеток, еще зареквачу. Давай, Илюх, давай. Рад видеть тебя на стримах. Спасибо. Все. Ой, блин. На самолет сели, улетели. Все, лазерная пушка уничтожена. Красный череп терпит поражение. Все злые уроды побиты. Спасибо, ребят. 77-я вор. Да, 77-я. Она, кстати, меня Сейн заинтриговал. Сказал, что на SNES'е получше версия. Не верь. Я потом посмотрю. Спасибо храбрым и отважным героям, мстителям. Красный череп и все его подопечные были легко побиты. Но для мстителей это не конец войны. Мир еще не был в безопасности даже близко. Поэтому у них еще будет много работы. Ради справедливости и всего хорошего, мстители, обязательно объединяйтесь вновь. И оп, полетели. Не обняться, полетели сразу. Вышло позитивно. Спасибо, Курц. Ну, сам потом посмотришь. Спасибо. На SNES. Блин, Silkworm вообще вымотал сегодня. Вообще напряженная игра. Очень напряженная игра прям. Самое сложное в нашем проекте на данный момент. Да, кто голосовали, наверное, знали, что будут мучения. Увидимся на следующих стримах. Спасибо, Серж, спасибо. Прикольный хэш шатает. Знаете, раньше в заставке Windows тоже там, когда ничего не делаешь, там по экрану тоже всякая фигня мотылялась туда-сюда. Где? Ну, Windows в заставке. Там можно было ставить, да. Когда ничего не делаешь, там тоже так же, рандомно. У меня на рабочем столе пёсель какой-то вылазил, помню. Еще скрепка с карандашом была. Тоже, когда долго ничего не нажимаешь, появлялась. Угу. Сурок подняли, до следующего раза, спасибо. Да, спасибо. Вот тут Сасаки тоже есть, кстати. Он что, вообще в каждой игре участие принимает? Может, Сасаки сделал восьмую волну? Может быть, смотри, везде он появляется. Силкворм. Может, это брат его? Может быть. О, даже компании разные, даже тут Сасаки. Да, Гар, ты вовремя. С возвращением, младший брат. С возвращением, как говорится, да. В общем, небольшое подведение итогов. Сложную программу сегодня прошли на 100%. Прошли два шмапа. Саламандр на Famicom, Silkworm на NES. Прошли трешовые битэмапчики. Combat Tribes на SNES. Капитан Америка и Мстители на Sega Genesis. Два шмапа, два битэмапа, 77 игр. В общем, плодотворный стрим сегодня. Неплохо продвинулись. Насчет марафонов мутная тема, это честно. Опять саркадные это перечисляют, заметьте. Да. Насчет марафонов пока тема мутная. Скорее всего, если что-то и сделаем. Здорово, Языч. Если что-то и сделаем, то, скорее всего, кооперативный марафон. Возьмем 15-20 игр примерно. Сильно не будем себя мучить. А там будет видно, как этот марафон пройдет. В общем, спасибо, как обычно, всем, кто поддерживал, кто был с нами. Как всегда, хорошая активность, интересные ребята. Спасибо за новый фоллоу. Вите Росовичу спасибо за платную переподписку на Твиче. Спасибо, Витя. Ну, продолжаем. Продолжаем изучать игры. Извини, Серж, то, что еще на первой Соньке ничего не проходили. Нам очень советуют Fighting Force заценить, Metal Slug на первую PlayStation. Но, в общем, глаза разбегаются, еще много интересного впереди. Что-то здесь титры вообще какие-то идут. Представляют всех, смотри. У меня уже скоро текст кончится. Как инвалид какой-то идет. Вот это самая классная походка. Трусы одел желтые и пошел вперед. Да. ХФК я вообще не понимаю, в халате. О, оса. Су представили. В общем, продолжим разбираться и в сольном проекте, и в кооперативном. Не знаем пока, что на следующем стриме будет. А, это нам этот Quicksilver. Вот, конец, вот всех сразу. Look and Twitch, спасибо, рада, что понравилось. Ну, а что концовку так быстро спросишь? О, High Score, я на первом месте, ты на втором. Да, супер хиро и хиро. Джоб, над Б, троек. Последнего оскорбили, троек. Попробуй еще раз, типа, что это такое? И пробуй, иди, так выпинывай это что-то.